Хорош. Давай, садись, подведи нас. Наездник Константин Карамышев ласково хлопает по шее преданного товарища Сешин Сана. Через пару часов напарником на старт. Наездники – народ суеверный. Интервью до заезда обычно не дают, но сегодня все же сделали исключение. Я сам с деревни родом, как бы всегда, везде же в каждой деревне были конюшни. И, как правило, все пацаны ходили на конюшни, там к лошадкам так и притянуло. После школы работал на племенной конеферме, занимался орловскими и русскими рысаками. После с семьей перебрался в город и за 3 года работы выиграл больше 20 традиционных призов на ипподромах Алтайского края. В карьере, говорит, бывало всякое. Это опасный спорт, как бы тут непредсказуемо, что может в заезде получиться, там лошадь закинуться, и аварий очень много бывает. А нужно помимо тренировок, ну какое-то такое тактильное присутствие ваше, то есть просто побыть с лошадью, это как-то помогает карьере? Конечно помогает. Зайдешь там в дневник, там погладишь, сахарком угостишь, подумаешь, поговоришь с ней, конечно помогает. На Барнаульском ипподроме лучшие наездники Сибири из Омска, Новосибирска, Алтайского края. Бьют рекорды и борются за ценные призы – гибрида, дерби и элита. Победитель получает вот в этих призах 100 тысяч рублей. Стоимость, соответственно, 200 тысяч рублей каждого приза. Приза, допустим, дерби – 200 тысяч рублей, 100 тысяч получает победитель, а дальше делится по 50, 25, соответственно, вот так вот. Соревнования прошли при пустых трибунах, исключение – немногочисленные родственники. Впрочем, призерам их оваций достаточно. Кроме медали, победители получили денежный приз, общий фонд которых в номинациях составил по 200 и 150 тысяч рублей. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.